Приветствуйся. Бонжур, ле фи. Бонжур, ле фи. Сегодня наш урок французского посвящен фруктам и овощам. Алис и Жюстин будут пробовать фрукты и овощи и угадывать, что это такое. Сначала начинает Жюстин. Мы тебе будем давать по кусочку, ты будешь угадывать и будешь нам говорить название по-французски. Давай-ка. Так, только ты не говори, а ты не подсматривай. Хорошо. Не говори, что ты ей даешь, чтобы она не угадывала. Что это такое было? Зайчатик. Не говори. Это она должна угадать. Помидорчик. Нет, не угадала. Жюстин. Еще надо дать попробовать. Она не угадала. Давай еще то же самое. Виноград. Виноград. Ну вот, какой же помидорчик. Как виноград по-французски? Аризон. 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 Виноград по-французски. Аризон. Ну что, а Жюстин? Подожди, сначала Жюстин попробует все по очереди, а потом ты все по очереди. Хорошо, давай. Так будет интереснее. Давай теперь дадим ей, смотри. Вот это. Аккуратно. Огурчик. Огурчик на салфетку. На. Открывай глазки. А теперь как огурец по-французски? Подожди, Алис, подожди. Нет, это соленый огурец, корнишон, а просто огурец? Конкомбр. А, конкомбр. Ну хорошо, теперь ты будешь пробовать, давай. Не-не-не. Подожди, не подглядывай, не подглядывай. Открывай, открывай ротик. Что это такое было? На, заешь виноградинкой. На. Ой. Кисленько было. Что это было кисленькое? Лимон. Подожди, мы не сказали, как лимон по-французски. Подожди. Ситрон. Лимон по-французски. А, ситрон. Что это? Виноградик. Молодец. А вы сам же жизнь? Узнала еще раз, как по-французски виноград? Аризон. Аризон. Хорошо, теперь Жюстин. Это как маленький мальчик. Это как помидорка. Помидорка, сними-ка. Как помидорка? Как помидор по-французски? Un томат. Un томат. Съешь кусочек. Помидор по-французски. Un томат. Алис, скажи, как по-французски помидор? Un томат. Un томат. Молодец. Давай еще что-то дадим Жюстин попробовать. Ну ты угадала, что это было? Лимон. Что это было? Лимон. Лимон. Как по-французски лимон? Ситрон. Лимон по-французски? Ситрон. Алис тут лопает сидит. Ну-ка на салфетку, Алис. Ручки салфеткой вытирай.